Добрый день, уважаемые коллеги! Сейчас мы с вами поговорим о уникальном продукте, который на самом деле не является пищевым продуктом, его не надо есть, но он необходим для того, чтобы наш организм был полностью здоров и чувствовал себя хорошо. Все дело в том, что человек примерно на 70% состоит из воды. И от того, какую воду мы потребляем, зависит очень много в жизни нашего организма. И вот компания Faberlic предлагает такой интересный продукт, который называется коралловый кальций. Чем он интересен? Он служит для придания воде полезных свойств. Поэтому он используется для восстановления воды после системы очистки. Он приближает эту воду к категории живой воды, полезной воды, невзирая на то, что перед этим она проходила различные виды химического обеззараживания, осаждения, очистки и так далее. На чем основано свойство этого продукта? Во-первых, на уникальных свойствах коралловых организмов. Кораллы – это домики живых морских культур, которые живут только в экологически чистых водах. И это очень важно. Поэтому коралловые заросли, да, коралловые острова, коралловые атоллы, коралловый песок, он всегда появляется там, где экология моря очень хорошая. И именно из этих экологически чистых мест океана и добываются кораллы, которые идут на формирование такого кораллового рожка. Коралл – это не только кальциевые соли, не только карбонаты кальция, как обычный мел или известь, но и они содержат в своих стенках остатки органики тех кишечно-полостных полипов, которые там жили. И вот эти остатки органических соединений делают этот кальций обладающим повышенными свойствами. Что это за повышенные свойства? Это не только способность захватывать из воды остаточное количество каких-либо химических реагентов, но и в первую очередь поддерживать ее структуру, необходимую для полноценной работы наших клеток. Известно, что вода может находиться в 64 энергетических состояниях. Ну, самое известное из них, так называемая живая и мертвая вода, кипяченая вода или вода внутриклеточная. Так вот, вода, обработанная коралловым кальцием, по своим свойствам начинает приближаться к внутриклеточной воде, к воде, которая максимально по своей структуре, по структуре своих связей, соответствует тем условиям, которые живет в нашей клетке. Что входит в состав кораллового кальция, кроме самого кораллового порошка? Еще серебро. Для чего оно необходимо? Ну, во-первых, серебро – это дополнительное обеззараживание этой воды. Это борьба со следовыми реагентами, которые серебро будет осаждать. Все это делает воду, обработанную коралловым кальцием, более чистой, более полезной, более структурированной и структурированной под потребности живых клеток человека. Поэтому продукт коралловый кальций является крайне необходимым. В качестве примера. Например, в скандинавских странах в 90-х годах проходила большая государственная программа по очистке питьевой воды. В результате ее реализации врачи обнаружили такой интересный факт, что заболеваемость артериальной гипертензии снизилась более чем в 4 раза. Только за счет такого простого мероприятия, как регулярное употребление очищенной воды. Конечно, было бы хорошо, чтобы вся вода проходила через коралловые фильтры, но это технически нереально. А вот каждый человек для себя может у себя дома, в своих домашних условиях получить очень качественную питьевую воду и поддерживать за счет этого здоровье своего организма. Уважаемые коллеги, вы теперь знаете, для чего и как используется коралловый кальций. Вам проще будет продвигать его на рынок, будет проще предлагать, рассказывая о его полезных свойствах. Поэтому хотелось бы пожелать вам удачи и успехов в продвижении этой продукции и ее реализации. Удачи вам, поддерживайте свое здоровье
и здоровье ваших друзей и близких, ваших родственников за счет создания в ваших домашних условиях чистой и полезной структурированной воды с помощью кораллового кальция. Удачи вам!